день, меня зовут Максим, я закончил FEP-центр Вэйхая, A-курс, вот, соответственно, сейчас я поступил в университет, мне выдали грант на полное обучение на 4 года. Насчет Вэйхайского кампуса, значит, Бэйти Индиатхондаси, что я могу сказать? Значит, проблем там никаких не возникнет, потому что кампус новый, все комнаты новые, значит, даже если что-то будет, то всегда там есть АИ, так называемые, да, тети, которые всегда это уберут. Тебе самому лично не придется ни за чем следить. Максимум, что можно будет сделать, это помыть окна. Я мыл окна. То есть я, когда приехал, я сразу помыл окна. Почему-то китайцы не моют окна. Не знаю почему. У меня никаких проблем не было. Но у моих соседей по комнате, значит, были грязные стены. То есть до них ребята, которые жили, они зачем-то начали рисовать на этих стенах. Ну, художники. Это, да, практика. Практика с иностранцами, ой, с иностранцами, с китайцами, это самое важное. Практика и зубрежка. Все. Я лично столкнулся с проблемами, заключающимися в тонах. Был один случай, когда я с девочкой со мной назначал встречу. Первый день мы с ней только встретились. Она обменялась со мной вичатами. И я ей говорю, давай завтра встретимся в 6 часов. Это было при моем друге, китайце. И он мне потом рассказал, что девочка убежала. Девочка убежала. Мы тогда сидели в ресторане. Девочка убежала из ресторана, потому что я настаивал в грубой форме, ну, как по итогу знал, встретиться в отеле. Ну, у меня тогда китайский был плохой еще, поэтому вышло не очень. Иероглифы, ты к ним привыкаешь. Ты поначалу иероглифы вообще запомнить не можешь. Очень сложно даются. Но проходит какое-то время определенное, это у всех по-разному, и каждый день ты видишь иероглифы везде, причем они тебя везде окружают, и поэтому ты начинаешь запоминать их очень, очень легко. В Китае после 8 вечера людей почти что нет. То есть все улицы пусты, все. Я в Китае чувствовал полностью безопасно. То есть не было ни секунды, вот мига в мою голову не закрадывалось о том, что так, может быть, не пойду, не выйду на улицу. Вот. По приезду в Москву я гулял с китаянкой, я столько проблем себе на голову нашел, ты не представляешь, просто гуляя в Москве, то есть, казалось бы, Москва, а столько...